Всем привет! Ищете идею, с чего же начать свое дело? Компания InkSystem предлагает интересное и в то же время выгодное решение. Многофункциональный термопресс InkSystem 6 в одном. Модель сочетает в себе все качества планшетного, чашечного и тарелочного прессов. С помощью этого оборудования вы сможете самостоятельно изготавливать большинство востребованных продуктов на рынке. Наносить изображения на ткани или плоские заготовки, например, керамику, металл, дерево, цилиндрические заготовки, чашки, бокалы, кепки, а также тарелки различных диаметров. Многофункциональный термопресс InkSystem 6 в одном детально проработан, имеет простую и прочную конструкцию. Устройство интуитивно понятно в использовании, мобильное, а также с интересным дизайном. Рассмотрим детально конструкцию пресса. Корпус устройства выполнен из металла, что придает надежности и долговечности механическим элементам. Данные о температуре нагрева и данные таймера выводятся на светодиодный цифровой дисплей. Настройки можно изменять кнопочной панелью управления. Блок управления регулирует температуру нагрева и время фиксации заготовки. Между собой они соединяются кабелем с универсальным штекером. Благодаря этому можно легко заменить заготовки для переноса. Стабильную работу электроники обеспечивает блок питания на 450 Вт. Термопресс имеет 6 насадок. Нагревательная плита для футболок и плоских материалов, 2 насадки для тарелок, 2 для чашек размером побольше и поменьше, а также насадка для кепок. Есть возможность самостоятельно регулировать температуру и указывать время запекания. Для работы вам также понадобится печатающее устройство с сублимационными чернилами и специальная бумага. Особенность модели – горизонтальная загрузка заготовок для насадок под чашки и вертикальная для насадок под тарелки, кепки и планшетный пресс. Максимальная толщина заготовки – 5 см. При правильной эксплуатации термоэлементы устройства предназначены для 800 циклов запекания. Гарантия составляет 12 месяцев. Используйте термопресс с сублимационными чернилами и бумагой InkSystem. А если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и узнавайте о новинках печатного мира первыми. Пока!